На Московском международном салоне образования директор Музея Победы Александр Школьник и директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус 18 апреля подписали соглашение о сотрудничестве, которое открывает новые возможности для использования выставочного потенциала и программ музея для воспитательной работы прославленного детского лагеря. Подписание, оно действительно акт очень важный и значимый для Музея Победы прежде всего, потому что наш музей ориентируется сегодня, он всегда ориентировался, но сегодня особенно на подрастающее поколение, потому что историю нашей страны вообще лучше знать измальства, что называется. Поэтому мы стараемся правду, историческую правду о Великой Отечественной войне уже погружать в нее с самого маленького возраста. Поэтому «Орленок» в этом плане наш союзник, потому что «Орленок» тоже занимается воспитанием граждан нашей страны, патриотическим воспитанием. И в этом мы едины и будем в этом плане еще теснее работать. Договоренности включают в себя проведение совместных мероприятий по сохранению исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне, виртуальные экскурсии, конкурсы, информационные и культурно-просветительские проекты. Кроме того, «Орленок» войдет в масштабный общефедеральный проект Музея Победы «Территория Победы».